Вас приветствует магазин Пневмат24, и у нас в гостях нож Хелле GT Норвегия. Нож хозяйственно-бытового назначения GT. Общая длина 238 мм, из них 123 длина клинка и 115 длина рукояти. Тип клинка Clip Point. Твердость клинка 25-59 единиц по Роквеллу. Материал клинка трехслойная ламинированная сталь на основе Sandvik 13C26. Замок Fixed. Материал рукояти клинка карельская береза. Тип режущей кромки гладкая. Материал ножен натуральная кожа. Еще немного о стали. Называется она Triple Laminate Steel. Трехслойный пакет из твердой сердцевины, высокоуглеродистая сталь плюс марганец и молибден. И мягких обкладок по краям. Из нержавеющей стали 18% хрома и 8% никеля. Состав этот почти не подвержен коррозии. Твердость клинка. Сердцевина клинка 59, обкладки менее 25. Рукоять цельнометаллическая с накладками из корейской березы, кожаные ножны, салфетка. Описание ножа. Это достаточно большая модель с развитой алюминиевой гардой. Хвостовик клинка проходит через всю длину рукояти и расклепан в латунном грибке. Подходит для всех типов работ, где требуется большой клинок. Несмотря на гарду и приличную толщину, данные модели не являются холодным оружием. Модели GT HE36 пришел на смену модели MCE35 Safari. В нем уменьшена гарда и увеличена подпланцевая выемка для улучшенного удержания ножа в руке и удобства использования. От себя хочется добавить, что очень понравилась довольно оригинальная упаковка. Сдалека выглядит как какой-то дорогой коньяк, но это не менее дорогой и качественный нож. Очень удачное решение для дорогого подарка. Не такого уровня, что поставили и забыли. Не какая-нибудь безделушка, а та вещь, которой человек действительно будет и захочет пользоваться. Очень хорошая работа, не какой-нибудь Китай, все-таки Норвегия. Норвегия – страна морская, от этого, видимо, и озабоченность разработчиков или дизайнеров ножа в том, чтобы нож не ржавел. Также хочется отметить дизайн. Ничего лишнего. Изящный нож. Ссылка для покупки в левом верхнем углу. Это был магазин Пневмат24. До новых встреч!